має честь представити. До нашої студії завітав Сергій Гордієнко, мандрівник. Доброго ранку вам. Вітаю вас в нашій студії. Ну і перше хочу запитати, перші ваші зараз враження від Миколаєва, бо знаю, що ви дуже рідко буваєте десь на одному місці довго. Розказуйте. Ну, сказати, що я не перший раз в Миколаєві, ну, в общем-то, я люблю Миколаївську область і цей город. Поскольку я історик, это одно, поскольку я путешественник, это другое. Ну вот, ну а вот что мне нравится в Николаевской области, это то, что здесь очень слабонаселенный регион, и он интересен именно для людей, которые именно любят такие вот территории, где можно увидеть вживую зверя, где можно увидеть необыкновенные травы и так далее. То есть для туристов, для экстремалов это очень интересно. Территория. Вот, ну и сам город, тем более, что в этом городе существует один из древнейших зоопарков в Європі, скажімо так. Так, знаємо. Ну, взагалі, мандрівник, це дуже коротко ми про вас сказали. Насправді, титул у вас можна брати дуже довго, тому що ви і професійний мандрівник, фахівець з екстремального одиночного виживання, історик-дослідник, міграціолог, і можна довго перераховувати. Взагалі, з чого почалось от екстремальне одиночне виживання? З чого це у вас все почалося? Яким, можливо, яка перша подорож була? Поділіться. Ну, можна сказати, що я завжди вважав, що чоловік, собственно, иметь какие-то основы изначально, вот с момента рождения. Наверное, это было заложено еще когда я был маленьким. Я помню, может быть, было 3 или 4 года. Мы стояли, по-моему, на околице поселка, и вот я смотрел, как дорога уходит куда-то за околицу, потом идет в лес. И мне казалось, если я сейчас не вырвусь и не увижу, где она заканчивается, я просто умру. Это, наверное, вот тогда еще проявлялись те будущие посулы, которые потом впоследствии превратились в эту тему. Я всегда говорил о том, что солдатами не становятся, ими рождаются. То есть у каждого из нас есть свое предназначение. Мое предназначение – это дорога, это большое, мощное информационное поле, где я получаю ответы на все свои вопросы. Перша подружка, где она была? Как готовились до неї? Очень трудно сказать. Почему? Потому что, наверное, первое путешествие еще было в детстве с моим отцом. Он очень любил рыбалку, и ему хотелось поймать рыбу в различных регионах страны, скажем так. Он брался меня очень далеко. Вот. Тогда, конечно, не было такого снаряжения. Приходилось под плащ-палаткой в дождь и снег, собственно, дрожать, но при этом не выказывать, скажем, своего неудовольствия, иначе отец мог бы больше не взять. Ну, а, скажем, уже настоящие походы в советское время, это и Дом пионеров, где я, собственно, был в кружке туристов, и потом спортивно-туристский клуб, в котором я сначала был участником, потом я сам создал спортивно-туристский клуб, в общем-то, и моей темой, она была разносторонней, я, в общем-то, везде хотел получить опыт, и в горных походах, вот, скажем, в водных плавах и так далее, стал мастером спорта по туризму. Вот, и, собственно, каяк для меня тогда стал, наверное, вот той главной опорной базой, которая до сегодняшнего дня, несмотря на то, что я пересекал и пересекаю регионы тремя видами, можно назвать, триатлоном, скажем так, пешком на лыжах и сплавом или переходом по открытым акваториям на каяке, морском каяке. Экспедиционным, скажем так. Последняя моя экспедиция, это в прошлом году. Я от города Днепра, Днепропетровска, дошел до Грузии, вот, вдоль Румынии, Болгарии и Турции, вот, до Батуми. И вся экспедиция проистекала где-то в течение 6 месяцев, это 4000 километров. Вот, это Черное море. Это, наверное, одно из самых сложных, если не сказать, что это самая сложная акватория, поскольку она закрытого типа. Ну вот, и, естественно, когда появляется фронтальный ветер, он, естественно, проносится по всей территории, скажем, Черного моря, и потом начинаются серьезные шторма. Я был участником 7 штормов, и из них 2, где я не смог выйти на береговую зону, поскольку прибойная зона очень серьезная, могла разбить лодку и меня, и мне приходилось болтаться в открытом море. Пожалуйста, закончил я в декабре месяце. Ну вот фактически это уже зимний период, хотя у меня был опыт, собственно, и Северного Ледовитого океана, и Охотского моря, и Белого моря, где мне приходилось даже, скажем, двигаться среди плавающих льдин, собственно, это Антарктида.
В Антарктиде я прошел очень много участков, прилегающих к акватории, море Скоша, вот, фактически до станции Палмер, до американской. Вот. Поэтому как бы вот... Вже, знаєте, таке у вас різноманітне життя. Я уявляю просто, які картини ви бачили, коли мандрували. Ви є письменником, ви викладаєте свої знання на папір, розказуєте студентам там, де ви перебуваєте, буває, збираєте групи. От ваші поради новачкам, які хочуть себе, можливо, присвятити теж таким навколосвітнім подорожам, ну, самим мандрувати, дізнаватися про світ якось по-своєму. От, ваші думки, ваші знання, от, трошки передайте нашим глядачам. От, що треба знати первачкам про ось такі подорожі? Дело в тому, що, ви розумієте, взагалі поняття путешественника. А путешественник ділиться на три категорії. Перша категорія – це туристи, це всі. Це люди, які... скажем, на короткое время покидают свой дом для того, чтобы что-то услышать, узнать, оздоровиться. Вторая категория – это экстремалы. Это люди, которые уже более серьезно относятся к теме, и они хотят чего-то достичь. Это, конечно же, и альпинисты, и дайверы, и яхтсмены. Но есть еще третья категория – это экспедиционеры. Это люди, которые посвящают всю жизнь, то есть без отрыва. А, собственно, я отношусь именно к этой категории. И поэтому хочу сказать, что в этой категории новичков практически нет, потому что они проходят первые все... Треба пройти перші, так, рівні? Первые стадии, да. Если ты принимаешь для себя конкретно вот такую задачу, нужно выбрать тему, над которой ты будешь работать всю жизнь. Скажем, ну я не верю в путешествия ради путешествий, потому что все равно кто-то, допустим, на уровне духовном ищет себя. Кто-то, допустим, ищет какие-то конкретные артефакты, кто-то ищет, скажем, какие-то легенды, кто-то занимается этническими основами. Но неважно, есть наука, есть прикладные какие-то культурологические основы и так далее. Вот, но должна быть тема. А для тех, кто для себя выбрал дорогу и становится на путь туризма, я просто хочу сказать, чтобы в первую очередь он брал те знания, которые он обрел сначала в школе, потом он получает в вузе или получает, скажем, из тех книг, из того опыта, который уже передается. Знания, чем больше знаний, тем больше шансов, что задача будет выполнена. Ну а во всем остальном очень трудно давать советы, поскольку человек делает для себя выбор сам. Насколько велико любопытство этого человека и насколько оно сильнее его собственной лени. Ось так. Ну і я думаю, досить таке актуальне питання. Зараз вже літо скоро, от через декілька днів до нас завітає, вже почнуться ці літні подорожі. І ну, ми любимо говорити, що не подорожувати десь за кордоном, а десь в Україні. Я бачила у вас пости в Фейсбуці, що ви от буває, де там були в Україні, в якихось містах. Ви казали, що там десь, ну, там краще не заходьте, там є такі та павуки, там краще підіть, бо там найбільш красива картинка чи там. От порадьте трошки нашим глядачам, в які найкращі місця заїхати в нашій Україні, можливо, щоб подивитися. Я хочу сказати, що дуже жаль, що багато уїжджають за границю, фактично вони не отримують іменно вот тих основ і той, скажімо, радості первічної, а в своїй країні, де... скажем, пока еще нет запретов, пока еще не существует абсолютно национальных парков. Можно проникать во всякие регионы. Очень много лесов, очень много балок, очень много... ну, вообще, вся пересеченка, скажем, Украины настолько интересна и с точки зрения истории, и с точки зрения географии, геологии и так далее. То есть, в принципе, все зависит от того, что человек выберет. Если он выберет горы, у нас есть Карпаты. Если он выберет пустыню, у нас есть Кинбурнская коса. Если он выберет лесостепь, пожалуйста, весь регион, вплоть до самой Припяти. Жаль, конечно, что некоторые леса еще пока под запретом из-за Чернобыля, но в то же время нужно сказать, что его северо-западная сторона безупречна в отношении лесов и так далее. Некоторые леса просто протяжением более 100 километров, которые позволят насытиться благоуханием этих регионов, увидеть что-то новое для себя. Вообще, я бы советовал, конечно, всем начинать свой путь путешественника со своей страны. Для того, чтобы, когда уже попадешь за границу, было чем похвастать перед другими народами. Потому рассказать, чем богата наша у вас то нечего увидеть. Некоторые говорят, да, действительно, ну это же предательство с некоторой стороны, скажем так.
И потом я знаю очень много иностранцев, которые рвутся сюда, но поскольку у нас даже дело не в сервисе, их не сервис, а безопасность. Дело в том, что Восточная Европа находится постоянно в состоянии военных подвижек, скажем так. И, естественно, иностранцы любят все-таки, чтобы страна была безопасной. Вот, и еще у нас нет такого понятия, как безопасность туризма. То есть, скажем, районы, где могут быть, допустим, населены ядовитыми животными, там, хищными животными и так далее, чтобы эти районы могли каким-то образом, скажем, в них могли обеспечить безопасность для туристов. Або огородити їх, або... делается в национальных парках, скажем, за рубежом, там делается все возможное, чтобы не было нападений хищников. У нас говорят, а что у нас? Я хочу сказать, что в Карпатах у нас возможно нападение медведя, в зимнее время рыси. Вот у нас довольно-таки много волков, особенно после войны. Многие волки ушли со стороны Кавказа, со стороны Донбасса, они пришли в центральную часть. Вот. У нас появились европейский шакал, вот их очень много сейчас на косах Одесской области. Вот поэтому, в принципе, все равно существует. И потом, с точки зрения медицины, у нас сейчас отсутствует и то наличие медикаментов, которые могли бы оказать помощь. Скажем, при укусе каракурта или даже, скажем, степной гадюки, антидота можно не найти в какой-то из клиник. Ну, вот. Поэтому очень важно, чтобы это было все в наличии. То нюансов очень много, до яких еще треба идти, чтобы приймати туристов. Скажем, иногда относятся очень несерьезно к обеспечению безопасности. Вот, скажем, дайверы, допустим, в течение короткого времени учат, значит, пришедших новичков, вместе с ними погружаются, ну, происходят и обжимы, скажем, и баротравмы легких из-за того, что люди там что-то испугались, что-то не осознали. То есть к этому надо относиться более серьезно и более тщательно. Затем вот эти вот различные, скажем, вот любят у нас катать на бананах надувных, там, значит, поднимать их на параплановых этих крыльях, парашютах. Многие люди не подготовлены, некоторые даже с точки зрения медицины не могут этого, поскольку там, скажем, ну, были случаи, когда погибали от инфаркта, просто, скажем, что-то испугало. Ну, вот. Иногда проводятся такие экскурсы, увозят людей на, значит, водных мотоциклах на 10 километров в открытое море. Но они попросили, заплатили деньги и поверили, ну, извините, а если этот транспорт откажет, у него двигатель, а дальше что? Тим более, це море, в будь-який момент може піднятися волна, просто люди потеряються. Тобто до всього треба підходити з розумом, так? І розуміти, що краще не ризикувати десь і дізнатися більше про те. Якщо це существує, то повинні бути страхуючі якісь організації. Ну, в морі повинен ходити спасатель, який, допустим, буде обеспечувати безпечність. Тобто у нас повинен бути відпочинок безпечним. В туризмі це дуже важливо. Тоді іноземці прийдуть до нас. Все, ну я думаю, ми запам'ятали і будемо якось більше слідкувати за тим, куди ми і як мандруємо. Дякую вам. Багато, чесно, багато питань до вас, але на час ефірного часу нам не вистачає. Але я нагадаю, що до нас завітав професійний мандрівник Сергій Гордієнко. Поділився своїми знаннями, своїм, можливо, якимось баченням світу. Дякую вам. Я бажаю вам успіху далі у ваших мандрівках.